Так, друзья, всем привет! Вы на канале Калининград Инсайт, и сегодня речь пойдет о ремонте. Ну, это много сказать о том, что это ремонт, да, это не только ремонт, это метод восстановления мертвого ноутбука. Вот представьте себе, лежит у вас где-то такой ноутбук, и вот совершенно абсолютно не реагирует ни на что. Ни на кнопку включения, нет никакой индикации. Вот просто он вот мертвый. Вы, конечно, можете замерить, вот, приобрести другой там блок питания, подумав, что это он виноват. Вы можете взять у соседа блок питания, но реакция будет одинаковая. Он вот не реагирует, и все. Ну что делать? Можно попробовать отнести такой ноутбук в ремонт. Но ремонт, он станет, наверное, в стоимость такого же ноутбука на Авито или с рук. Да, вот. Ну, нет смысла его нести мастеру. Там деньги будут с вас большие взяты. И вот прежде чем нести ремонт, есть один метод, который процентов на 80 заставит его работать. И этот метод я узнал совершенно случайно на просторах Ютуба. И вот большая благодарность тому человеку, который его выложил. И я с радостью делюсь с вами этим методом. Значит, что мы делаем? Прежде всего, мы отсоединяем батарею. Ну, я думаю, вы знаете, как она отсоединяется. Если у вас батарея несъемная, то надо, конечно, будет отвинтить сзади крышку и отсоединить шлейф от аккумулятора и его обесточить. Мы не присоединяем ни блок питания, ничего. Вот просто отсоединили, и все. Затем мы находим кнопку питания, пуска, нажимаем ее и держим 40-45 секунд. Все. Ребята, вот подержали, отпустили, там еще где-то полминуты прошло, и потом подсоединяем его и включаем. И вот чудо, он начинает работать, появляется индикация, появляется заставка. Все, вот такой простой метод. Поэтому, ребята, вот прежде чем вы понесете в ремонт, прежде чем вы решите его просто там на запчасти пустить или там выкинуть на помойку, да, вы попробуйте вот этот метод. И я думаю, в 80% случаев вот вы этим самым сможете оживить свой старый ноутбук. Эта вот ошиба, я думаю, еще послужит для каких-то простых вещей. Ну, хотя бы посмотреть и поработать вот на Linux. Все, ребята, до новых встреч!